Всем привет, с вами Севпро, и сегодня покажу мод на ведьму для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода у нас появляется настоящая ведьма, которая есть на ПК, но, к сожалению, эту ведьму нам не добавили разработчики, но зато этот мод добавляет нам ведьму, и она какая-то странная. Она может проходить сквозь блоки, ну, наверное, это магия, и, как видите, у нее появился откуда-то лук. Ну, это, возможно, не магическая ведьма, а магические баги мода. Вот такой магический мод. Ну, с этой ведьмой почему-то ничего не выпало, но мы заспавним ее еще раз. Так, она теперь горит у нас. Так, теперь у нее появился лук, и с нее, как видите, дропается рацион. Давайте еще раз покажу. И покажу уже точно, что с нее дропается. Вот да, дропается с нее настоящий редстоун, с помощью которого мы можем делать механизмы. Вот такой домик, кстати, я потрел его сам. Ну, наверное, он может примерно так и выглядеть, я не знаю. Я просто построил по памяти. Я раньше играл на ПК и уже, как можно сказать, забыл. И, кстати, яйцо находится вот там, где я вам показал до этого. Давайте еще раз убьем эту ведьму. Ну и, кстати, у нее нормальная детализация и бородавка. Такая синяя шапочка и одежда зеленой окраски, или можно сказать такую линейку. Так, ну вот она у нас опять загорелась, но это все баги мода. Лук, да? Вообще просто прикольно. У меня появился лук, и она опять же горит, и с нее опять выпадает красная пыль. Но по идее с нее еще должна выпадать зелье или пустые бутылочки. Так. Мы на тебе остановимся. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.